Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Малорама. Сегодня поговорим о новой информации про 11-ю серию сериала «Ветреный». Сегодня мы расскажем вам о втором фрагменте 11-й серии. Он начинается с того, что Миран говорит: «Каждый из нас заслуживает второй шанс». Он просит дать Рэйян ему всего 24 часа своей жизни, чтобы тот смог ей доказать свою любовь. Рэйян убегает от своих чувств, потому что понимает, что еще чуть-чуть, и она отдастся в объятии своей любви. Миран понимает, что это будет его последний шанс. После этого он должен будет исчезнуть из жизни Рэйян, как будто его и не существовало, если его план не сработает. Мы видим, что у них все-таки начнется налаживаться связь. Они будут вместе спать в одной постели, и Рэйян даже его поцелует, когда тот будет спать. Как делал Миран ранее. Миран говорит: «Не будь такой жестокой, каким был я по отношению к тебе». В комментариях напишите, как вы считаете, даст ли Рэйян Мирану второй шанс. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ведь впереди много интересных выпусков. До скорых встреч!